Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Волга2011 здесь. И сегодня, ребята, мы будем апать Эдгара, нового бравлера, на 5-й ранг. Ну что ж, ребят, поехали, он только вышел. И, ребят, за него ни в одной карте нельзя сыграть, но только на этой. Ну что ж, ребят, погнали. Фух. Идем. Так, 3 Эдгара сразу, ну это очень круто. Новый бравлер мне очень сильно понравился. Я его 1000 раз использовал в этой в тренировочном этом. Как-то я забыл. Вот. И я нашел новый способ, как за него сыграть. Потому что, ребят, это было невозможно вообще. Вообще за него невозможно сыграть. И я как-то умудрился за него, так сказать, опробовать его. Опа. Давай, давай, отбиваем. Блин, все это наш. Уху. Ребят, я сейчас очень профессиональный прыжок сделал. Если бы не моя ульта, я бы сейчас проиграл. Но они бы сейчас выиграли. Я бы потерял все свои кристаллы. Ну что ж, ребят, теперь мне надо защищать свою команду. То есть моя команда должна защищать меня. И моя задача не потерять все мои эти. Как там, фигулины, так сказать. Так, блин, ребят. Сейчас, ребят, давайте сделаем такой вот крутой прыжок на последней секунде. Типа 8, 7, 6. Сейчас сделаем такой офигенный прыжок. 2, 1. Уху! Вот, мы сделали такой прыжок для победы. И мы отменим правильно. Так, ребят, я могу выполнить квест. И получить 500 этих фигушек. Потом я сыграю в босс, ну, бой с боссом, и я получу, что тут у нас 75 очков силы. 75 очков силы полетит у меня на Эдгара. Так, ребят, в магазине у нас нет никаких обнов. Не, в магазине пока ничегошеньки нет. Окей. Ладно, мне все равно. Давайте дальше играть. Мы его быстро апнем. И опять 3 Эдгара. Ну, хоть один другой к нам попадется команду. Уже как бы третий раз подряд мне попадается Эдгар. Ну, команда Эдгаров. Я эту удачу никогда не забуду. Итак, ребят. Ой, блин, там фокус сильно много сносит. Мне сейчас надо захилиться, нехило. Захилиться. Прикол, рифма. Да убей ты этого пока, который там стоит. Ау, больно. Да так, ты чё, не можешь пока убить? Это же изи. Блин, ребят, я не понимаю людей, которые не могут убить нуба какого-то. Может, они тоже убьют. Ой, надо валить. Так, итак, ребят, здесь захиливаемся. Берем кристаллик. Это мой кристалл добил. А вот это теперь мой. Так, ребят, я жду нового кристалла. Там это Эдгар. Опа. У нас тоже есть кристалл. Идем. Ладно, я пошел нанимать ульту. Она мне нужна все для победы. Вот, я ухожу. И победная ульта сейчас будет. Ребят. А теперь не победенной ульты не будет. Фу, ребят, это было очень жестко. Иди ты отсюда. Убери все мои банки. Тебе хана. Все. Закусили, блин. А то кабарзели вообще наши пойманные кристаллы брать. Не, ребят, я так не договаривался. Так, ребят, тут спрячься. Все, отлично. Мы его таким темпом апаем на 3-й ранг. И, ребят, мы скоро закончим наш квестик, так сказать. Так, сколько нам надо там? 3 раза осталось выиграть, чтобы закончить вот этот квест. Так, ну ладно. Ну ладно. Сейчас закончим квест. О, ну наконец-то хотя бы другой выделяется из нашей толпы. Этот читер 555. Отлично.
Так, ну ты иди. Вы что, не обратили, а? Чё на нас? Не играют, как будто у них 1000 кубков. Не, ну не 1000, а 11 000. И рили, ребята, не играют так. Неспокойно. Но все равно их обыграем. Я чувствую. Лошары. Берем. И спрыгиваем туда. Эй, закуси. Опа, ага. Блин, он сейчас ультует. А, нет, не заультовал. Ну, это, блин, изи. Но боб обыграть. Кто так не может? Ой, я валю. Опа. И теперь Долорензи, 47 хромосом. А, он тоже победенный прыжок хочет сделать. Так, ребят. Опа, ага. Последний кристаллик, сейчас этого замочим, и все. Ну что ж, ребят, я готовлюсь к победенному прыжку. Так, ну прям в центр, я думаю, я в центр хочу. Два, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Опа! Уху, ребят. В смысле? В смысле? Так, ребят, прячемся. В смысле они наши кристаллы забрали, а? У нас хромосом там больше, чем я ожидал. Ну чё, эй, ты Дэрил. Дебил. Все, ну теперь точно делаем победенный прыжок. И никуда больше не ходите. Ну ты сдохните. К чертям собачьим. Ну чё, ребят, 47. Ой, какой 47. Прыжок! Уху! Ребят, я в воздухе повис. Отлично, ребят, мы скоро его прокачаем. Буду апать на нем кубки. Что там у нас набрано? Так, давайте посмотрим на его клуб. Фиговый клуб, если честно. Туда уже только ко 7 участников. Так, ребят, обязательно вам надо заходить в мой клуб. Так, что это, если ты не Эдик? Это я не знаю, Блэд Макар вступает. А, ребят, Блэд Макар, ребят, это очень тупой чел, я серьезно вам говорю. Ладно, ребят, не будем сильно затягивать, нам надо лапнуть. Просто, ребят, я засмотрелся. Ну и опять 3 Эдгара в коме, правда, 2 из них стоит, третий уже зашевелился, то есть второй. Так, Кольтяра, ты чё? Опа. Давай, хилься. Ну, блин. Да вы чё, да вы грохнулись, что ли? Мне повезло. Лошары. Ну чё, доигрались со своими кристалликами. Это вам тут не игрушка. Они даже не знают, что они играют с великим профессионалом. Опа. Всё, ребят, победенный прыжок в деле. И опять так же в центр. В смысле? Опа. Чё, давай, соли все свои эти, потеряй. Будет вообще красиво. И победенного прыжка. Ой, блин. Чел, что он делает? Да фэ, какого фэ? Ну все, ребят. Так, пойдем сейчас. Да блин, о, ульта накопилась, и сейчас будет победенный прыжок. Ну, 100%, я думаю. Вот не ждите пощады, вот не ждите. Опа, уху, победенный прыжок совершился, и мы апаем его на какой-то
на 5-й ранг. Да, ребят, апнули на 5-й ранг. И сейчас, ребят, мистическим образом я выполню вот этот квест. Итак, ребят, откуда он у меня выполнился? Я же вроде не играл никакой катки. Ну ладно, раз выполнился, то выполнился. Так, ребят, два раза повторил слово ребят. Сегодня мы апнули Эдгара на 5-й ранг. Так, что там у нас Энди делает? А он там в меню сидит и не знает, что делать, как за Эдгара сыграть. А я нашел способ. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишись на мой канал. А с вами был я, Гога2210, и не пропускай мои новые ролики. Всем пока!